На освобожденном от временных построек фундаменте Митрофаневской церкви, главного храма Митрофаневского кладбища Санкт-Петербурга, литургии под открытым небом отпраздновал приход, праздник обретения мощей и прославления святителя Митрофания Воронежского. В Санкт-Петербурге этого святого почитают как духовного отца города. Именно воронежский святитель вдохновил Петра I на строительство северной столицы. Отче смиренно мудрый Митрофани был еси, тем же его светлости святых. После образования Воронежской епархии в 1680 году еще 20 лет святитель Митрофан был ее предстоятелем. Здесь же молодой царь Петр, строивший флот для Азовской компании, нашел в лице святителя своего единомышленника. При погребении епископа Митрофания, скончавшегося 23 ноября 1703 года, царь Петр специально приехал в Воронеж и нес гроб своего духовного наставника до Благовещенской церкви, где епископ был погребен. По старому стилю 7, а по новому 20 августа 1832 года епископ Митрофан Воронежский был прославлен в лике святителей. После революции для воронежских властей Благовещенский собор стал местом идеологических провокаций. Так, зимой 1919 года в храм вошла группа вооруженных красноармейцев и, оттеснив молящихся от раки с мощами, они открыли ее, подняли тело святителя на штыки и объявили его социалистической собственностью. В этом статусе еще 10 лет мощи были доступны для верующих, но в 1929 году праздник прославления святителя Митрофана был омрачен изъятием его честных мощей и помещением их в фонд городского краеведческого музея. 60 лет прослужили мощи воронежского святителя музейным экспонатом, и лишь 16 сентября 1989 года при всеобщем ликовании они были возвращены в Благовещенский собор. В память об этом событии в церковном календаре появился праздник второго перенесения мощей святителя Митрофана Воронежского. Много лет в Петербурге Митрофаневский приход отстаивал право храма, снесенного в 1929 году, быть восстановленным. Много было радостных и печальных событий в этой борьбе, но сегодня площадка, хранящая фундамент храма, свободна, и уже молодой приход с молодым настоятелем во главе открывает новую страницу Митрофаневской церкви. Где мы с вами стоим, это фундамент храма, а может быть даже под нами сейчас и нижний храм, где похоронено более 15 человек в самом нижнем храме. Это прилегающая территория, где похоронено более 40 протоиереев. Мы сегодня здесь совершаем божественную литургию. Наша настойчивость ни в чем ином, как в истинной доброте, в желании приобщиться Богу, в желании послужить Богу и быть настойчивее, чем Санкт-Петербургский дождь. Вот, такая у нас настойчивость, задел такой. Это, я думаю, самое настоящее уподобление Митрофана Воронежского. Это мы с Гатчины, это у нас сегодня поздняя служба, а мы приезжаем, 4 встаем и приезжаем сюда пораньше. Такая камерная атмосфера, нас немного. Мы как бы вот стоим, как первые христиане, знаете, вот видим все, слышим все. И, конечно, это такое создает единство. Мы не знали, что это будет на улице. Для нас это большой сюрприз. Мы думали, что это там часовенка какая-то, или ну, какой-то там храм, или молельная комната. Это было на улице, нас это очень удивило. И было так необычно и очень так радостно, потому что это первая литургия, которая вообще на улице, то есть без стен. Как бы вот так все вместе, и батюшка, и мы, и природа, дождик сначала, ну не то чтобы испугались, ну как-то неприятно, а потом это вообще не замечается. Он какого-то особенного молитвенного духа батюшка, поэтому нам поддержать его приятно, и проповедь его послушать очень интересно и полезно. Приходите в храм, помогайте воссозданию храма, это так важно для жизни города и души каждого человека.